Здравствуйте! Меня зовут Надежда Дубина, и я представляю Кемеровскую область, Кузбасс. Наш край удивительно прекрасен. Находясь в самом центре России, Кузбасс является симбиозом богатых природных ресурсов, многонациональных культур, активно развивающейся индустрии и, конечно, туризма. Будущее туристской отрасли в Кузбассе я вижу неразрывно связанным с музеем-заповедником «Томская писаница», потому что именно в нем собраны все аспекты нашего многогранного региона. Здесь вы увидите непостижимые рисунки древних художников, которые в качестве холста использовали скальные плоскости. Познакомитесь с культурой, бытом и верованиями коренного населения Кемеровской области. Побывайте в древних жилищах. И узнаете таинственные обряды жителей Сибири. Здесь вы познаете истинную красоту природы и сможете насладиться единением с ней. Здесь вы поймете, насколько богаты недра нашей земли. Здесь вы узнаете Кузбасс. Я уверена, что у Кемеровской области огромный потенциал, как у туристического региона. Посетите Кузбасс, ведь он достоин того, чтобы вы с ним познакомились.